Сегодня мы выдвигаемся на фронт. Еду я на свой страх и риск, само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. Немножко в тайне от них. Настя, а ты куда вот вообще? Документальное кино. Это фильм про нас будет. Где будет правда? Дорогила? Я. Россия, Украина, все это было неразделимо. По братскому союзу я скучаю. Даже вот когда я дерусь в драке, мне всегда нужно знать, что я прав. Мы полезли в драку на Украину. Но я себя не чувствую правым. Был отдан приказ. Мы вошли. Ну, думаешь, это правильный был приказ? Не знаю. Я пошел сегодня для того, чтобы завтра не пошли мои дети. То есть нас отправляют с закрытыми глазами, то есть как слепых котят. Не моя кошка. Кто нужен? Кошка? Проебем. Смотрите, не будет делать. Я помню родителям, говорю, я хочу военное. Это сверх семьи. Товарищи уже для меня семья. Да, естественно, все здесь кого-то теряют. Туман войны настолько густой, что разглядеть им судьбы отдельных людей почти невозможно. Это все нужно снимать. Посмотрим, чем это закончится. Начать войну очень просто. А вот закончить, ебать, ты попробуй это сделать.